Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Мы сегодня находимся на Арбате. И куда я хочу попасть, как вы думаете? Я хочу попасть в театр Вахтангова. Сегодня театру Вахтангина 100 лет. Они долго-долго думали, как же вот, как посвятить, как устроить этот праздник. Как вот? Я даже, кстати, не знала об этом. И вот они решили и постановили день открытых дверей. Бесплатно, бесплатно мы по QR-коду зашли в театр Вахтангина. И вот какую красоту вот такую очередь выставили. И вот какую красоту этот день тишины. 13 ноября. 100 лет. А это дом актера. Находится напротив театра Вахтангова. Театр Вахтангова. Мы стоим в очереди. В такой большой очереди. Но я ее не стала особо снимать. И мне в основном нравится, я снимаю архитектурные здания. Вот как выглядит вот, вот памятник. Прикладывают в цветы. Видите, сколько живых цветов. Вот небо, то солнышко, то дождь. Вот такая красота находится рядом с театром Вахтангина. Ветерок такой. Но ветер здесь эти дома не дают. Видите, вот мы зашли. Прошли всю эту очередь. Зашли в театр. Там нам дали вот такие вот проходные билеты и значки. И я получила автограф. Театр Вахтангова. Thank you.
до безумия красивые театральные костюмы. Каких здесь только костюмов нету. Смотрите, любуйтесь вместе со мной. Смотрите, какая прелесть, какая грация. А ткань какая дорогая. Браво, браво, браво. Подаренные драгоценности самим императором были настолько роскошные и настолько невероятны по своей сущности, да, что покушались украсть их многие-многие, никто не имел в этом удачи, она оставила эти драгоценности. Женщины, отстаиваем свое и всегда. И пусть нам в качестве бриллиантов будут дары всегда. Я не могу сказать, что я была бы рада, если бы имел бы вот адрес такого дальнего процесса. Так что мы центр мира сегодня. И я вас поздравляю с этим праздником. Поздравляю. Браво, браво, браво. Спасибо. На этом празднике я получила колоссальное удовольствие. Просто я настолько мне понравилось. Я надеюсь, и вам это понравится. Вы на канале
а жизнь идет своим чередом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. С вами Мария. Пока-пока. Жду вас у Кости на своем канале.